Проклятиями и оскорблениями засыпали родственники Мурата Аскароглы судью и присяжных заседателей. Сегодня в Алматы вынесли приговор мужчине, который проломил голову собственному сыну. Летом прошлого года раненого ребенка нашли под деревом вдоль восточной обесной дороги. Изначально предполагалось, что мальчика сбила машина, но позже полицейские арестовали отца. На оглашение вердикта близкие подсудимого устроили настоящий скандал. Чтобы усмирить их, пришлось пригласить в зал даже специальный отряд быстрого реагирования. Репортаж Ардак Камал. Родственники Мурата Аскароглы, которого обвиняют в покушении на убийство своего сына, сорвали оглашение приговора. Судья сказал, что присяжные считают вину мужчины доказанной. Присяжные и судья не стали выслушивать обвинения родных осужденного и покинули зал. Приговором возмутился и сам Мурат Аскароглы. В июле 2018 года у восточной объездной дороги в Алматы нашли раненого ребенка. Мальчика с пробитой головой завернули в одеяло и бросили под деревом. Малыш попал в больницу в тяжелом состоянии. Изначально предполагалось, что ребенка сбила машина, но позже полицейские рассказали, что его ударил по голове камнем собственный отец. По версии следствия, пьяный Мурат Аскароглы завел сына в безлюдное место и наказал за плохое поведение. Судебное разбирательство длилось полгода. На одном из заседаний Мурат Аскароглы заявил, что признался в содеянном под давлением. На своей невиновности он настаивает и сейчас. Почти час родственники Аскароглы не могли успокоиться. Маме обвиняемого стало плохо. Она упала на пол в зале суда. Ей вызвали скорую помощь. Адвокат обвиняемого Нурлан Устемиров намерен обжаловать приговор. Он считает, что на присяжных давили. Они соглашались со мной. А пять часов уговорить можно любого. Я же заявлял ходатайство о обеспечении безопасности, чтобы к ним никто не подходил. Отклонили. Присяжные не могли к нам глаза смотреть. И одна из них рыдала. Ей было стыдно. Чтобы навести порядок в зале, пришлось вызвать сотрудников СОБР. Вернувшись, судья отметил, что Мурата Аскароглы обвинили в покушении на убийство сына. Прокурор запрашивал 11 лет колонии. Присяжные заседатели решили, что подсудимый виновен в причинении тяжкого вреда здоровью. И умысла убивать ребенка у него не было. Поэтому вынесен более мягкий приговор. Срок будет исчисляться со 2 августа 2018 года, то есть с того момента, когда вы были водворены по страже. Мурата Аскароглы осудили на 5 лет лишения свободы. Наказание он должен отбыть в колонии средней безопасности. Заключение исчисляется с августа прошлого года. И если не удастся обжаловать приговор, то обвиняемый должен будет провести в колонии 3 года и 10 месяцев. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.